Мы с Игорем, как и героиня этого мультика Маша, дружим с животными, поэтому к нам в гости пришла уже очаровательная собачка вместе с Викторией Мелькевич, куратором общества помощи бездомным животным «Хатико». Доброе утро. Доброе, доброе собачку утро. Собачку зовут Загадка, правильно? Да, верно. Отлично. А почему ее Загадка зовут? Потому что она вся такая разносторонняя. Очень у нее характер такой, то слишком спокойный, то слишком мудручий, как разыграется. Не успокоишь. То есть загадка, что у нее происходит в ее собачьей в голове, да. Да. Расскажите, но история-то у нее не совсем такая вот веселенькая. Да, так получилось, что, скорее всего, она сбежала от своих старых хозяев и попала на улицу под машину, под троллейбус, в частности. И была сбита, у нее была травма достаточно серьезная. И вот молодой человек нашел ее и привез к нам в клинику. Какой молодец молодой человек. Что ей сделали? Какая-то операция была? Да, у нее была операция. Сейчас у нее уже все хорошо. Мы спокойно ходим и по лестницам, сами поднимаемся и бегаем. То есть с лапой была проблема? Да, и прыгаем. У нее... Сейчас. Да. Секундочку. Тут вот, ну, небольшой шовчик уже, все зажило, в принципе. Ну, через шерсть-то не видно, да. Отрастает, все хорошо. Лапа у нее чувствительна, то есть каких-то особых дискомфортов оно ей не доставляет. Ну, здорово, что все хорошо закончилось. Очень покладистая собака, у нее очень добрые глазки. Посмотрите, правильно я понимаю, что она тоже сейчас загадка ищет дом? Да, сейчас хочет к своим постоянным хозяевам. А возраст ее примерно можно определить? Она еще молодая, ей где-то около 6-7 месяцев. А, да вы что? Ну, она будет миниатюрной, то есть она не вырастет большой, она такая более домашняя. Но она, так я понимаю, это дворовая собака, ну, в смысле, по породе, она не породистая. Да, особой породы у нее нет. Ну, посмотрите, мы вот с ней уже пообщались некоторое время, пока Виктория пришла к нам в студию. Действительно, собака мега спокойная. Она лежит вообще, ничего ее не расстраивает, ничего ее не тревожит. Смотрит своими глазками, да, и так хочется ее постоянно тискать, гладить. Вот практически кошка. Да, есть у нее такие повадки. А вы ее выгуливаете, вот она живет у вас? Да, конечно, она приучена к улице, то есть ходим в туалет, мы только на улицу. Но она терпит, она ничего не делает такого дома? Она и место свое дома знает, то есть она некоторое время, первое, жила в клетке, потому что ей нельзя было много ходить, большие нагрузки, и она до сих пор, ну, то есть как бы клетка не закрывается, но она все еще там лежит, спит ночами, то есть она знает, где ее. Но место. Это же получается такой реабилитационный период после операции, да? Человек лежит, допустим, где-то в палате в больнице, да, приходит в себя, собака лежит в клетке. Как долго у нее длится этот период восстановления? Это все сугубо индивидуально, так как у нее был достаточно сложный перелом, у нее был перелом в двух местах, поэтому это у нее затянулось, то есть только вот неделю назад мы перестали пить обезболивающие более-менее, что у нее было как раз, ну, а вот живот у нее не особо так-то употребляют всякие таблетки, вы насильно все это впитываете или она? В еду добавляем. Она не распознает, она съедает все. Размешивается с едой. Разные таблетки бывают. Есть таблетки, которые, ну, как бы, цельные. Их тогда насильно, ну, там есть специальный метод, как правильно взять животное и дать ему таблетку. И если это порошок, представляю, то также разводится и добавляется в еду. А другие животные не тревожат, которые у вас находятся? Тревожит, ну как-то она дружелюбная, игривая и, в принципе, особых проблем не доставляет. То есть она совершенно как-то не обижается, не задирается, ничего такого. Никого не кусала ни разу? Нет. Она и к детям очень дружелюбна, то есть, ну, у меня вот сельские ребятишки, они всегда приходят, они там сами просятся с ней погулять, сходить, поиграться. Тоже уже волонтеры. Вот такая загадка положительная со всех сторон. Обязательно, если вам она приглянулась, вы хотите для того, чтобы... Хотите, чтобы она брала дом в вашем доме, то обязательно звоните, Виктория вам поможет. Но я знаю, что... Давайте повернем ее, ну пусть посмотрит. Такая мордочка, а вы посмотрите, вот только глядя в ее глаза, вы вот сейчас крупно попрошу операторов взять собачку, только посмотрите на нее, и сразу вы в нее влюбитесь. Ну посмотрите, какая милота, а? В общем, не первый раз, конечно, как вы знаете, наши постоянные телезрители, занимаемся мы такими добрыми делами. На прошлой неделе Виктория приходила к нам с кошечкой, которая уже нашла свой дом. Покажите, пожалуйста, фотографии на экране. Да, Ярослава сейчас счастлива, рада. Она нашла действительно Грит свой дом. Это теперь ее подоконник, ее постель. Да, нельзя отрицать, что она действительно счастлива, так разложилась.
А ну, что говорят о новой хозяева про нее? Как она себя ведет там? Она очень счастлива, то есть она раньше жила достаточно, ну, массовой такой придержки с многими кошками, а теперь она одна, у нее там все внимание ее, она там главная царица земли. Но она не наглее? Да нет, она сама по себе такая спокойненькая. То есть животные, они прям понимают, осознают, да, когда вот это происходит? То есть это не только для человека имеет какое-то значение, а вот и животное само понимает, что оно там... Конечно, да, у них даже очень часто, ну, характер меняется, то есть бывает одно и то же животное в разных семьях, в разных домах ведет себя по-разному. Это лицемерие или это действительно меняется? Не знаю, отношения скорее может, что как животные же тоже чувствуют, как люди к ним относятся. И чем лучше ты относишься к животному, тем лучше оно к тебе. А животное может испытывать чувство благодарности? Конечно, очень часто, вот как раз у бездомных животных такое проявляется, что у них больше уважения все же к тем людям, которые им помогли, приютили. Это огромный тренд во всем мире. Я думаю, что многие об этом слышали, но напомню еще раз, что вот все знаменитости, звезды, люди, которые могут себе позволить самых дорогих, селекционно выведенных узкие породы кошек покупать, с пятью ногами, все берут. Десятью ушами. Ну, в общем, какую бы захотели, все берут из приютов, потому что, правда, во-первых, это отдача эмоций, вот благодарность, а во-вторых, это действительно доброе дело. Зачем каких-то новых животных плодить, размножать, если есть так много тех, кто уже ищет свой дом. Ну да, иногда посмотришь на какую-нибудь домашнюю такую собаку, которая там породы какие-то интересные, да, наглая морда просто идет по улице. А я вот смотрю, ну вот очень это вот, даже не назвать, это мордочка какая-то, такая красивенькая и миленькая. А скажите, есть ли какая-то статистика, сколько вообще вот с начала года, получается, 21 день, прошел уже 3 недели, сколько уже животных нашло свой дом, и как вообще вот обстояли с этим дела в праздник? Сейчас у нас большая проблема с пристроем по собакам, что все-таки зима, и немногим хочется брать на себя ответственность именно в этот период, потому что все же понимаешь, что надо гулять с ними. У нас, ну вот даже мы думали, что загадка у нас очень быстро найдет свой дом, потому что она такая достаточно миниатюрная, ну, квартирная собачка все же. Но вот все еще как-то мы не можем найти ей любящих хозяев. То есть летом, если люди берут собаку, они еще летом гуляют по хорошей погоде, а потом привыкают, и зимой легче. То есть очень многие мотивируют себя начать заняться спортом, пробежкой, тем, что вот берут собаку, что я буду с собакой гулять, и буду там тоже вместе бегать. А вообще кому легче дом найти, собачки или кошечки? Кошкам все же больше. Что, ну, по кошкам у нас идет пристрой, достаточно много животных пристроили уже за вот начало года, а вот собаку пока нет. Ну. Наверное, это и правильно, потому что собака — это все-таки большая, да, ответственность. К этому надо как-то особенно. Да, собака — это на самом деле компаньон. Я вот могу сказать, что мы рассказали, что загадка проходит курс реабилитации после операции. Но, кстати говоря, заведя собаку, любой человек, который тоже проходит курс реабилитации после какой-либо операции, вот ему нужна собака для того, чтобы гулять на улице. Просто берете ее, выходите, потому что это необходимо. И постепенно привыкайте к тому, что вы проходите с ней несколько километров, вы дышите свежим воздухом, вы разрабатываете свой организм. Таким образом, получаете и удовольствие от общения с питомцем, и тот же самый терапевтический эффект, который необходим при периоде восстановления после какого-нибудь серьезного заболевания. Напоминаем, что у нас в гостях была Виктория Мелькевич, куратор общества помощи бездомным животным «Хатика». Хатика, правильно? Верно. Постоянно сомневаюсь, такое имя японское, сложное. Со своей очаровательной... Как называется правильно? Подопечная? Подругой. Подругой, точно, загадкой, которая ищет свой дом, поэтому вы можете сменить номер телефона прямо сейчас на ваших экранах. Если вам понравилась эта собачка, либо в группе найти там еще какое-то животное для себя, может быть, вы все-таки кошатник. Станьте собачником. Спасибо большое, Игорь, что сегодня... Игорь, весь эфир не может оторвать взгляда. Да, мы сейчас немножко еще поиграем с загадкой, но для вас блок полезной информации.